Это ее пространство. Смотри, смотри. Что собака? Собака. Смотрите, как вьетнамская свиноматка, свинья. Ну это она у нас главная тут. Как она их это самое выгоняет от своей кормушки. Кстати, свиньи, если и дерутся, то это не происходит так, что прям насмерть. Может там поцарапать уши, там, ну, вырвать прям там кусок мяса или убить, этого не произойдет, можете не переживать. Но вот в плане объяснить свое место, показать, это да. О, видели? Это у них идет, это, наверное, самый борзый кто-то. В основном они убегают. Те, кто младше, вот эта свиноматка, она вообще никогда не лезет на рожон. А вот эта, которая вторая... Это доминант. Да, она постоянно всех из кормушки может так за ухо взять, выкинуть. Ну, как вы видели только что. Вот так. Но опять же, не переживайте, они друг друга не поубивают, это нормальное явление. Оно не особо и часто происходит так. Только если она голодная, и кто-то попытается ее еду забрать. Но они быстрее едят, она не длиннее. Ну так как она голодная всегда, ну это, во-первых, так не кормят, это просто пересевали зерно и выбросили эти самые, ну, шелуху, грубо говоря. Отходим. Да, в принципе... Вот это, что она съела, она все таким же образом, примерно так, в таком же состоянии, как проглотила и выплюнет через 6 часов. Так что толку от этого будет мало. О, вдавився, так в два горла ев, что аж вдавився. При этом, если я подойду, она на меня кидаться не будет. Потому что она знает, кто самый главный здесь. Главный стая. Да. Потому, огрызается. Сейчас тебе ногу откусит, да выделаешься. Во-во. Видели, вторая сразу уходит. Она даже не пытается отбиваться. Решила, нет, ну его нафиг. С вашей едой еще пилюлей получу, я пас. Ну, а Роска будет продолжать всех гонять. Кстати, гусь был, выделывался, постоянно лез в кормушку. Так свинья ему просто перекусила шею. Но он настолько борзый был, что гонял, пытался гонять свиней. Видно, ей не понравилось, она его раз клацнула зубами и все. О! Это ее... Смотри, что вытворяет. Ее ребеныш такой же, как она, придурочный. Смотри, смотри. Ну, ребеныш и маленький, месяца 4 им всего. Она их даже не кусает. Не, одного там за ухо как ухватило и как телепало его. Он верещал, но ни крови не было, ни ничего. Попал просто. Да, под горячую руку, смотри, смотри. Пытается отгрызть кусочек. Я удивляюсь, как куры еще не получили, они не распробовали их. Но эти не такие кровожадные. Белые только, не дай бог, распробовала мяско. Все, всю жизнь будет потом курей ловить, охотиться на них. Ну вот, короче, о, идет. Вьетнамские свиньи, вот такой у них этот самый. Иерархия. Да, иерархия, коллектив. Государство такое. Есть хряк, но хряк, он сидит отдельно. Он уж сильно крут для всех. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.